Всем привет, друзья! Вы на канале Guns of Glory от А до Я. Меня зовут Влад. На моем канале множество различных видео по данной игре, которые вам помогут играть и развиваться. Если ты впервые смотришь мое видео, обязательно подписывайся на канал. Я снимаю как образовательные видеоролики, так и видеосражения под красивую музыку с красивыми интересными вставками. Всем привет, друзья! И сегодня у нас 03.07. У нас вышло обновление. Как они обещали, добавили несколько событий новых. Некоторые еще не добавились. И давайте сразу перейдем в центр событий. И тут вот новых событий нет, как они говорили. Там гибель Вол, событие 5 на 5. Пока что данного события нет, оно в ближайшее время должно появиться. И также у нас еще одно событие, которое появится не во всех королевствах. Это получается пляжная забава. У кого в королевствах появится данное событие, обязательно подсказывайте в комментариях. А теперь, что, собственно, они внесли, изменения какие в игру. Смотрите, теперь у вас вот тут вот есть значок. И вы тут можете забрать награды. Будет событие длится 6 дней. Повышайте силу экипировки войск, создавайте в имперском центре вооружений. И вот можно забрать. Я забрал вот синие сундучки, синие, один зеленый и вот эти вот. Можно, видите, если создавать, тут видите оранжевого качества и тут оранжевого качества. Плюс вот тут за вход вы нажимаете и забираете каждый день сундучки. 7 дней, на 7-й день будет вот такой вот сундучок. А что касается, это вот касается имперского центра вооружений. То есть мы создаем, нужно вот создать оранжевого качества следующий предмет. Оранжевого качества, вот у нас вот такое, чтобы получить те сундучки. Смотрите, также еще добавили армейская гонка вооружений. То есть вот она. Вот так она выглядит. Плюс у вас на казармах, ну, когда заходите, вот на казармах был тоже значок у меня, когда я первый раз заходил. А так она находится вот тут. Тут мы тренируем войска. Вот просто нажимаем тренировать сейчас. У меня идет тренировка. Плюс, вот видите, стоят коэффициенты на разных видах войска. Действует это на все войска. Ну, естественно, за войска наивысшего уровня будет как даваться больше очков. Смотрите, войска первого уровня, пятого и так далее. И есть шанс, видите, X2, то есть X2 вырубить. Коэффициенты будут меняться раз в 2 часа. Что тут у нас, смотрите, по наградам. Мы можем получить шляпку, вместимость лазарета и скорость лечения. Плюс ускорение. Дальше у нас тактический сигнал заставляет всех участников кооперации тот же час прибыть к месту сбора и отправиться в путь. Ну, прикольная штука. Тут больше ничего. Тут еще один тактический сигнал. И плюс у нас шпага. То есть скорость тренировки войск повышает. На 1 миллионе. Ну вот, вот это вот событие будет длиться, смотрите, 21 день. Повышает лимит войск к операции на 2 миллиона. Это вот награда. И можно открыть рейтинг и посмотреть по королевствам. Вот открываем мое королевство. Награды и смотрите за первые места. Тактический флаг заставляет всех участников кооперации тот же час прибыть к месту сбора и отправиться в путь. Перезарядка после использования не исчезает. Плюс мешочки, плюс ускорение и так далее. И по всем королевствам тут вот такие вот награды у нас. Также что у нас тут добавили еще нового? На рынке Альянса добавили предметы. Смотрите, список предметов. У нас тут появился вот этот вот предмет. Потом опыт стражей. И что-то еще должно было появиться.
Ну, это вы, в принципе, можете почитать в обновлении, и там, в принципе, будет видно. И также они, какой предмет, еще один лишний. И также они говорили, изменят отчет о сражении. Давайте перейдем отчеты. Допустим, вот этот вот. Анимация повтора. Давайте посмотрим. Ну давайте новый отчет сделаем без проблем. Нам только найти нужно замок, который не в щите после обновления. Вот это вот будет проблема. Возможно, в форте Мушкетера можно поглядеть. Давайте поглядим. Перейдем в форт Мушкетера. И у нас тут есть, конечно, попыточки наши. И нажимаем напасть. Подробнее. Обзор битвы. Ух, идет загрузка. Смотрите изображение. И все повисло. А, нет. А, ну это вот больше похоже, как в других играх. Там Земля Тумана, Штормшот. Вы проходите с призраками, сражаетесь. Тут, в принципе, можно поглядеть, как умирает пехота. Кто первый, кто второй. Интересно, а вот когда таланты страж срабатывают, почему они не показывают вот этого вот. И x4 максимальное. Ну, то есть особо, в принципе, тут ничего такого нет. Раунд 2, раунд 3, раунд 4, смотрите. Еще бы они показывали вот в этом отчете, конечно, в этой анимации добавили таланты стражи, какие-нибудь всплывающие такие эффекты, когда они срабатывают, тогда было бы интереснее, мне кажется. Намного интересней. Ну, тут кому как. Кто хочет такие мультики смотреть, тот хочет такие мультики смотреть. В принципе, этот кадр можно сделать за превью ролика. В принципе, я что хотел рассказать, что вышло у нас, точнее, на данный момент. Все рассказал. А, еще смотрите, у нас вот тут вот арена наемников. Ускорение не получается. Я не смогу вам показать по исследованиям. Тут новую веточку добавили. Обещали добавить. Ну, скорее всего, добавили. Всем Также, спасибо за если у вас просмотр. есть интересный материал, видео сражения, которое вы записали совместно своим альянсом или свое видео по атакам, вы обязательно можете мне прислать это в Telegram и попасть в новую подборку роликов с интересными сражениями. Также, если у вас есть замок, вы хотите замок дать на обзор, обязательно пишите мне в Telegram. Я помогу вам либо советом, либо вы, может быть, хотите похвастаться своей статистикой, своей прокачкой. Все это вы можете связаться со мной либо ВКонтакте, либо в Телеграме.